Раз, два, три, четыре, пять. Всем здорово, ребятки. С вами Мистик, здорово. Ярчик и Беляши. Наконец-таки мы дождались новую серию. Чего бы мы могли поборать? Это я. А, стоп, вот это. 40 уровень. Кстати, это очень хороший претендент на то, чтобы я смог прокачать своего Кранидоса. Или Кранидоса, хрен его знает. Теперь ведем подготовку к Лиге Чемпионов, потому что она у нас будет жесткая. Нам нужны жесткие покемоны, чтобы там что-то вообще мочь. Потому что чувствую я, что если уж я не могу убить Ярчика, то наверняка там будет еще кто-то такой же крутой, которым будет меня убивать. Что за динамиты? Я не понял. Почему я вижу не битву покемонов, а битву Ярчика? What the fuck? Да я просто на стульчике теперь посижу, пожалуй, вот здесь. Тут нормальный у меня стульчик есть, короче. Будем сейчас готовить обед с вами. У нас есть сырая говядина. У нас есть ТР-92, ослепительная вспышка. Это у нас соус такой, очень необычный соус. У нас есть редкая кость. И, блин, подождите 5 секунд, мне тут фоточку скинули. Ладно, я отсюда, наверное, пожалуй, буду вставать. У нас была небольшая пауза. У меня Кранидос это только 19 уровня. Это вообще жесть. Мне его еще качать и качать. Мне нужно просто найти еще каких-нибудь мощных покемонов, которых я смогу убивать своими, как бы, более старшими собратьями. А этот тупо у меня будет опыт. О, панита, 40 уровень, карликовая панита. Вы такую видали? Кто-нибудь, алло, только она бегает, блин, это из стороны в сторону, я в нее попасть не могу. Опа-на, опять дискотека началась. Ёшкин кот, надо мной вьется какой-то хер. Опа, он очень странно улетает, ребят. Ладно, у меня некрозма, что? Смотри на моего карликового покемона. Да, са. Это ты, смотрите, взял с геймода? Нет, он у меня пойман был. Нет. Он у меня пойман был, серьезно, перед Ярчиком его эволюционировал. Биль, я видел. Ярчик, ты что это подставляешь меня? Давай топить. Ладно, хорошо. Хорошо, не получилось у нас с вами зажать и это. Мне бы хотя бы, знаешь, всех до 50 уровня, не знаю, добить, потому что, судя по тому, какие у вас покемоны, я, ну, буду сосать очень долго. Ребята, сейчас потому что, когда мы уходили, мы же оставили еще на час. И в итоге забыли и оставили на 3 часа немного. Да. Это легендарок поймали несколько штук. Ой, все понятно, короче. Так еще и более того, мы же иногда просто с вами болтаем, а тут как бы получается, ну, вот так вот неловко немного. Ладно, я начну вот этим чуваком против второго. Водяной импульс. Тру-пу-пу-пу-пу. Убил с первого раза. Ни хрена себе. Босса, понимаете? Я дал кусочек желания. Ролитовая руда. И я гадаквало! Так, кто это у нас? Буфалант! Буфалант! Какой у него хвост на жопе! Маленький. Убей его! Я еще, правда, не бил. Вот это. На нахрен! Что, с первого раза? Нет, ни хрена, не с первого раза. На, вот теперь-то я понимаю. Так, мой Кранидос или Кранидос. Скажите мне, как его правильно называть? Наверное, Кранидос. Да. Ну, голубой. Давайте, будет голубой просто его назвать? Эй, ты, да. Голубой. Ты нашел кого спросить? Мне, кстати, там в серии пишут, ждем, когда наконец-таки Ярчик и Беляша расскажет ему, что нужно смотреть на мощь атаки, типа там все остальное, и не уговоря уж про все другие мелочи, да? Не говоря, да, про другие мелочи. А он это... Да нет, я знаю, я смотрю и так на силу и точность, ребят, я и так выбираю. Читать вообще-то надо, Ярчик тоже. Да. Ну, а что читать? Вот я на нее навел, написано, взрыв скалы, физическая сила 25 и точность 90. Все, мне больше ничего не показывают. Когда ты бьешь, надо читать, что происходит. Ну, использовал взрыв скалы. Ну вот. Еще сами атаки читать. Там потому что избиение, например, ты устанешь вроде. Избиение, ты же устает, да? Да и атаки делать, и устает. Да тем-то трудно. Надо не... Ой, что это такое? Ты какой маленький, какой, ладно, я твою фотку увидел, брат, просто. Старый рыбак. Я опытный специалист по рыбалой ловле, поэтому дайте мне знать, если вы хотите оценить ваше снаряжение. Не надо мне. Дайте мне лучше какой-нибудь покемона большого, с большим уровнем. Краб-роллер. Господи, сколько названий. О, я нашел этого маленького слона, который был милый, только он теперь большой и не милый. А, нет, он до сих пор милый. О, он только что прыгнул! И от того, что он такой жирный, большой, он упал и чуть не умер. Почему Литрео напал именно на моего Чаризарда? Это очень странно, непонятно, ну да ладно. А где найти, ну, больших покемонов каких-нибудь, я не знаю, чтобы, ну, быстрее качаться или такого нет? Тем больше уровень, тем больше покемонов, которых ты встречаешь. Но я посоветовал тебе идти либо в башни какие-нибудь, либо на горах. Слева горы, справа горы. Блин, у меня ни того, ни того нету. Просто ТПшность, давайте к вам. Он должен с битвы выйти и с горы улететь. Офигеть. Я удачно попал. Да я его бил. Я не специально тебя. Ребята, так. Чё? Да, я поймал. Ты Вапориона поймал? Нет. А, это твой Вапорион. Я не убиваю, дебил. Че, вы все готовитесь там к турниру, вот это все, а я просто хернёй страдаю. У вас там Иви там какие-то.
это... Да естественно, у тебя какие уровни у покемонов, скажи мне, пожалуйста. 54, 60, 50. Вот именно. Ладно, ребята, смотрите, что могу. Дай мне, пожалуйста, прокачать этого моего Кранидоса. Блин, у вас всех 70-е там какие-то. Да я поубиваю твоих, просто постой ими. Понял, Ярчик. Ярчик, умри. Да. А у меня нет атак, которые тебя не будут бить. Да вон, повышай, которые у тебя есть атаки, которые тебе что-то повышают. Так которые... это у меня одна атака, и у нее мало, типа, ппшек. Они кончатся, пока ты бьешь, и мне придется бить. Так ты смотри, который... я тебя некрозмой за несколько раз убью. Некрозмой хочешь? Так я возьму сначала Кранидоса, а потом некрозмой убью. Ладно, все, короче, иди в жопу. Вообще, ты просто только что сказала, что, типа, я тебе не хочу помогать. Вот это вот называется. И у тебя вот это летсплей, я хочу в твоем летсплее выиграть, чтобы ты был здесь неудачником. Вот это считалось в твоих словах. Ребята, если ты говоришь. Чё тут летсплей? Ты просто неудачник. А, ну вот, я же... Это было прямо в яйца было, брат. Это было прямо в яйца, короче. Я целился. Ратата, быстрый удар. Я победил. Я и есть победитель. О-хо-хо. О, я нашел какой-то лес. Я очень сильно надеюсь на то, что в нем будет кто-нибудь мощный. Кто-нибудь мощный, не такой, как Ярчик. Ярчик просто, блин. Да. Он даже не скажет, что ты лох, потому что ты меня выиграл, скотина. Тогда кто я буду, если ты лох? Ярчик супер-супер крутой, а я просто супер крутой, короче, вот так вот. Но это все временно. Он просто сейчас занимает мой пост, как это. О, мистик. Я что, домой пришел, что ли? Не понял. What the fuck? Тут что-то Фокс, и у него 72-й тоже уровень. Да вы охренели, ребят, ну алло. У него легендарка вроде. Да, Сойку. Ну и в чем смысл мне, типа, продолжать играть, если, ну, я не смогу никак... Ну и что дальше, легендарка? Ну, она сильная очень. Она уровень 69-й. У вас у всех какие огромные уровни. У меня даже она не слита. Ну, 72-й. На 3 больше всего лишь. На 3 больше всего. А у других какой? Так у меня, потому что 72-й не легендарка. А у тебя 69-й легендарка. А так она не слитая ни с кем. И что? У меня тоже обычно не слитый ни с кем. Так я это не... И что? Вот именно, и что? Так это легендарка, которая не слитая, она что, думаешь, сильнее, типа, чем твоя не слитая? А статом больше, статы у нее больше, чем у моего. А, ну и хорошо. Ну только видишь, у тебя есть способности какие-то, может, у меня такие, наверное, есть. Это нужно что-то читать, способности, изучать их, да, получается? Поэтому мы тебе и говорили читать. Это умный, типа, да вы не говорили мне этого! Стоп, погодите, это ж я вроде как возле наших домов, а почему их здесь нету? Нет, а, или они там дальше? Домов. Я сейчас у наших домов. Ну, нет, не рядом. А вон, смотри, там какой-то... Я думал, это дом рядом с нашими домами, нет? Он что, вообще отдельно от нас живет, дурак? Ну, ладно. Ну, видимо, да. Так, вот ладно, давайте вот. ТП к Белишу. Я сражаюсь. С кем? С Пупитаном. А, ну ладно, у тебя тоже есть, кстати, маленькие уровни, да, получают? Да, ну, у меня есть Пупиша. Угу. То есть у меня, в принципе, есть еще шансы на то, чтобы выиграть. Ну-ка, ты, плавающий говнюк, иди сюда. Это он мне? Да. Вообще нет, но если это, хочешь, могу. Я, короче, убиваю Вейлора какого-то. 70-й уровень у меня! 70-й уровень! У меня 70-й уровень. Ребят, у меня... Маленький. Ой, в чате вызывает... Белочкина, что? Белочкина XD? Белочкина. Семечкин. А почему там этот XD, ну, пишет, типа? Это я впервые просто такое вижу, реально. Либо я просто не обращал внимания на чат, ну ладно. Так, что, 32-й уровень. Давайте, мне нужно моего Кранидоса. Давай, мистик, сразимся, мистик. Сейчас, давай, 5 секунд, я сейчас. Дай тинти, вы будете сражаться. Алло, Харюш, ты, давай. 24-й уровень, уверенность, стоп, нет. Уверенность, сила удваивается, если противник уже получил повреждение в этом ходу. Сильно что-то. Погоня. Если противник отступает, эта атака покемон ударит цель двойной силы до того, как она отступит. Но покемону не отступает. Я, короче, вместо отступания вот этого сделаю, наверное. Так, а что у него еще зубат какой-то? Ладно, Кранидос давай-ка. И снова Лапраса, допустим. Мне, кстати, Лапраса еще нужно прокачать. Водные полюсы! Нормально. У него еще один покемон. Ну, давайте, Кранидос. Мистик, давай быстрее, мистик. Да ну, брат, ну сейчас у меня тут Кранидос. Лапрас. Да не было ФГМ! А почему я туда урон не проходил? Я не знаю. Ну давай же, шарпеду. Я тебя сейчас отшарпедю так, что ты мало не покажется. Давай. Отлично. Еще один покемон. Да сколько у тебя их? Ты говна кусок. Ну, в смысле, извини, пожалуйста, извинись. Да сколько Мистик. У него покемонов? Мистик. Вы получили 1920 П за победу. Это рублей, типа, я так понял? Да. Давай, Ярчик, Мистик, давай драться. Давай, сейчас я покехил напишу. Блин, так, Мистик, так, погнали. Сразу? А чё нет? Ну ладно. Я поставил 26-го, поставил 70. Сейчас. Я забыл, кто такой. Свампер твой сейчас умрет. Давай, минус вампер. Минус вампер должен быть. Он псих. Ну ладно, пофиг, земля. Клин клином. А у меня быстрее. А почему у меня быстрее? А, да, он у меня выше. Что он у тебя такой мощный? Да он еще и быстрее должен был, но он по уровню медленный, слабый. Точнее, да. Блин, свампер. Нет. Давай, убей, отлично. Нет. Вапариона сейчас, давай, с первого раза. У меня должен быть... А, да, у меня нету быстрой атаки, найс. Ну, слушайте, ладно, по крайней мере... 60-й! Я даже так не знаю.
Ой, ладно. Лапрас, вот, я вызываю тебя. Ну, у меня уже мало хп. Та-ра-та-та, та-ра-та-та. 66-й, ты шо, охренел? Шо у тебя такие мощные? Да у них атак нет, у этого вообще только одна атака мистик. И то он тебе ничего не нанес. Давай еще, давай. О, да. Давай, 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 лапрас. Лапрасик мой миленький, лапрасик, давай, родный мой лапрасик. А много еще покемонов осталось? Я один только умер. Черезард. У тебя несколько умерло, ты что, дурак? А, да, почти все. Ну, Черезард у меня тут вроде немного сдохнет сейчас. А, нет, опять скорости не хватило. Победа! Я чувствую, всех сейчас победю твоих. Слушайте, ладно, я думал, я буду проигрывать, короче, всем. Но все-таки у меня шансы есть. Нет, нужно менять это. Нужно срочно его менять. На кого? На Ращу. А, ну тогда землетрясение. Да хрил! Так. Дак Трио. А я не знаю, почему, что у него не везут-то. Воду, воду, воду. Да ну нахрен! У тебя он быстрее, вот в чем проблема. А, ну, у мистика вроде... Охренеть, последний остался, прикинь. Ура! Ну, если он выживет, то мне хана. Ну, я выиграл. Охренеть! Эй, а что тебя тэпнуло? У тебя тоже последний был? Да. Да он там стоял. Алло! Ладно, ребятки, огромное спасибо вам за просмотр. С вами были Мистик, Ярчик и Беляш. Я надеюсь, что вам нравится этот летсплей. Ставьте лайки, если так. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами были... Ой, уже говорил. Всем удачи, до новых встреч. Пока. Я победил Мистика на изи.